Всем привет, на канале Камила и Каролина идет продолжение наших подарочков бумажных. Тут у нас милашки. Так, это ты сегодня сделала? Сколько там у тебя штуках в каждой серии? В каждой серии тут 4 таких сюрпризика. Это милашки, вы, наверное, догадались, если тут сердечко с ушками и с усиками, значит, это какое-то животное. Следующее похоже на морковку, но это мороженка зеленая, каштановая. Ой, не так каштановая, а как его? Орехи такие зеленые, я забыла, как они называются. Но я люблю эту мороженку. Дальше. Фисташковая. А, фисташковая. Да. Тут у нас значит ням, значит написано, ну, если написано ням, значит там будет какая-то вкусняшка. Следующее лово. Это коллекция сердечек. Там 2 сердечка. И во всех тут вкладыш. У меня нет таких без вкладышей. Угу. Да. И тут принадлежности для школы. У меня их 3 тут. Это мини-серия, самая маленькая. Это у нас 2-я. А это у нас самая большая 3-я. Понятно. Ну вот. Что, начинаем открывать? Есть ручка, чтобы отмечать. И бумажку. Сейчас, стойте тут. Еще у меня есть предыдущая коллекция. Тут у меня такие вот. Но у меня нет продолжения к этой коллекции. Но она обязательно будет. Да. Продолжаем. И с какого мы первого? И нового света. И как раз первое, самое маленькое. Оно очень легко открывается. Потому что я теперь научилась лучше закрывать. Это ручка. У нас попалась ручка. Угу. Попали больше на карандаш, но это ручка такая. Да. Вот. Угу. Дальше. И на потенция. Нямка. Давайте сразу выберем с вкладышем их. Самая большая это с вкладышем. Она его даже легко открывать. Оп. А вот и наш вкладыш. И снимаем. И у нас попадается кексик розовенький такой. Угу. Вкладыш. Открываем вкладыш. Тут кексик, мороженка и конфетка. И ставим кексик. У нас теперь есть кексик. Нам попадается лов. Так, сразу. И да, вот тут у нас вкладыш. Раскрываем. Опа. Все. Разорвали сердечко. И у нас попадается 2 сердечка. Голубое и фиолетовое. Тут у нас вкладыш с такими сердечками. Угу. Да. И мы отмечаем это. Нет. А, вот это. А вот это мы еще не собрали. Такие 2 сердечка. Продолжаем. И нам опять попадается школьные принадлежности. Открываем. И у нас опять без вкладыша. Потому что вкладыш в самой последней упаковке. Это у нас, догадайте, что? Карандашик. Красный мой любимый цвет. Ой, здесь цепило сердечко. Что-то мне упало. Это ручка. Убираем в мусор. Дальше. Опять выпадаются школьные принадлежности. Ну, значит, открываем их. Вкладыш. Да, наконец-то. И у нас попадается или тетрадка, или книжка. Но я думаю, что это книжка. Ой, книжка. Вот такая книжка нам попалась. Она закрывается. И открывается. Угу. Вот. Молодец. Эти штуки. Все. Вот такая вот книжечка.
Да. Ложим книжечку. Принадлежности. И первую коллекцию мы уже собрали. Вот она вся. Ручка, карандаш. И отмечаем всю нашу коллекцию. Ага. Есть, есть, есть. Минус, минус, минус. И мы собрали всю коллекцию. Поздравляем. Вот такое сердечко. В подарок. Дальше. Он нам хай будет вот это вот, потому что... Ну да, как бы считать. Так, тут очень легко открывать. И я не помню, что у нас тут. А, это у нас... Милашки, значит, это животные. У меня 4 животных. И у нас первое понравилось, это Майк. И Майк это крысёныш. То есть мышка. Крыска маленькая. Покажем твоего крысёныша. Да. Вот такой крысёныш. Так. Аккуратненько наши подарочки. Красивый крысёныш вот у тебя положим. Получился. Так. И у нас сердечко. Открываем. Аккуратненько. Чтобы не порвать. Первое сердечко. Это тоже мой любимый цвет. Номер 2. Ой. Это розовенький и оранжевенький. Отмечаем. И осталось только одна пачечка, которая будет лежать красненький. И это как бы зелененький. Розовенький у нас попался и желтенький. Вот, мы почти собрали вторую коллекцию. Ту-ту-ту. Так, продолжаем. Какой же мы откроем? Подумаем. Ну ладно, поскорее же откроем нашу последнюю упаковку. И у нас попадается красненькая изи. У нас попалась... Повторка! Мы не собрали всю коллекцию! Нам не повезло, у нас попалась повторка. Да. Ну, наверное, в следующем видео нам попадется красненький, и мы соберем всю коллекцию. Отлаживаем в стороночку. Так. У нас осталось 2. Выбираем. И какой же мы выберем? Вкусняшка нам попадается. Открываем, что же у нас там будет. Это мороженка. Кто хочет съесть мороженка? Я хочу фисташковое мороженое. Это уже фисташковое, клубничное, малиновое. Да, отмечаем мороженку. Ага. И следующий это... Попался. Так, ага, это мы третий открыли, тут вкладыш. Вот здесь как раз я взяла правильно. Да, вот как раз у нас вкладыш. Так, тут мой любимый песик есть, но это у нас не песик. У нас попался сырочек, это значит наша крысочка. Его зовут Майк, подтверждаем. И котик, нам попался котик. Вот он такой вот красивый котик. Ты у нас прям как художник. Понарисовала. И кто же у нас тут котик? Морковка? Рыбка или косточка? Кто же у нас тут котик должен быть? Я не знаю прям. Да. Вот снимаем нашего котика. Идем к крыске. И отмечаем. Это рыбка. Котик любит рыбку, да? Да, милашка. Вот как раз красиво отодвинулась наклеечка. Ну, это не наклеечка, она же бумажная. Ну, ладно. И нам попадается теперь морковка. Ну, или мороженое. Как смотреть, как это похоже на мороженое. И на морковку то же самое. Я сначала подумала, что это будет морковка. А потом... Ну и на мороженое похоже. И полезное, и не полезное. И
нам попадается конфетка. И мы завершаем нашу коллекцию. Отмечаем. И в конце нас ждет сердечко. Вот так вот. Да, это нет коллекции. Это мы собрали коллекцию уже. Это мы тоже собрали коллекцию. Но остальное мы можем просто открывать. Ведь мы уже собрали. Тут у меня лишнее. Открываем. Ура! Песик попался. Мой любимый песик. Опа. Вот и домик песик открыл. Своя кошечка в домике. У тебя как далматинец пятнистый. Да, это далматинец. На Трюшу Соня, конечно, не похож, но ничего. Но я больше всех люблю собачек и кошечек. Вот наш домотинчик. И он идет кошечке. Он такой, гав-гав-гав. Ага, кошечка за мышкой. Бежит от собачки, собачка за кошкой. Все вот так. Тоже у нас попадется, если у нас отмечен сырочек, косточка. И нам осталась только морковка. Догадайтесь, кто. Напишите в комментариях, кто же у нас попадется там. И зайчик, наверное. Конечно, вы догадались, это кролик. Точно. Зайчик. Где морковка, там и кролики. Да. Вот такой красивенький кролик вылез нам из домика. Ну, дай нам вот такой. Положить его, кролика своего. И вот такие, и таких милашек мы собрали. Вот. Вот такие милашечки. И отмечаем последнего. Да. Угу. И мы собрали всю коллекцию сердечко. Много-много сердечек. Ведь я очень люблю животных. Вот такая у меня была коллекция. Ты просто молодец. Вкусняшек. Все своими руками, школьных, да? Школьных принадлежностей. И не собратое колечек. Ну, не колечек, а сердечек. Да. Осталось только красненькую, я думаю, соберу ее. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если вам нравятся мои подарки. И просто ставьте лайки. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и на Каролинину, хотя у нас вместе канал. Пока-пока! Пока-пока!